Олександр Пасічний, голова Федерації футболу Миколаївської області, член виконавчого комітету Федерації футболу України. Доброго ранку, дякую, що так рано прокинулися і завіталися до нашої студії. Розкажіть, не можу запитати у вас, як розпочинається взагалі ваш ранок? І ранок, мабуть, футболістів? У професіональних футболістів, коли у них збори, у них утрення тренування і вечірня тренування двохразове, а у мене звичайний графік. А у футболістів от ранкове тренування так само о 7-й починається чи пізніше? Ні, ну позже, звісно. Пізніше, так. Да. Ну тоді давайте все ж таки повернемося трошки до нашого миколаївського футболу. Все ж таки 110 років. Дуже сильно змінився, мабуть, так. Ну, конечно, то есть мы дату исчисления считаем первый матч, когда наши строители, кораблестроители сыграли с английскими моряками. Это первый раз, когда известный факт запечатлен, да, скажем, в прессе. Вот. И это было как раз ровно 110 лет назад. Вообще 18 октября у нас день. Ну, празднуем в субботу ближайшую. Чтобы было зручнее, да, да, чтобы удобнее было всем приехать. Потому что мы приглашаем всю область, руководителей. Очень приятно, что этот праздник мы празднуем. Наш профессиональный праздник с нами празднует наше руководство города и области. Это очень приятно. То есть это хорошо, когда так относятся к спорту. Мы чувствуем поддержку. Нам приятно очень. Розкажіть нам трошки про взагалі миколаївський футбол. Які в нас є команди? Чи є в нас жінки, які так само грають у футбол? Ну, от смотрите, у нас таке событие. Грають дівчатки, у нас фінал вищої ліги. Дівчатки грають буквально теж починають в суботу. Правда, після обіду будуть грати в Парку Победи на стадіоні. Тобто у нас приїжджають всі кращі команди України. Вот, и будет у нас чемпионат с 20 по 23 число, будет проходить женский чемпионат, финал чемпионата Украины. Ну так уже зачепили субботу, что же будет? В субботу у нас мероприятия начались уже с прошлых выходных. Угу. У нас святкуем мы целый тиждень. Да, и дальше еще будем, потом финальная еще часть будет через неделю, в следующие выходные. Ну, уже провели несколько кубков в районах, не в Николаеве, в Новом Буге провели, в Авраадьевке провели, сейчас Вознесенск будет. Вот. И в Николаеве у нас 20 числа большой праздник, как бы основные события. У нас детский фестиваль с 10 утра, с 12 часов открытие нового футбольного поля на центральном стадионе. И я вам скажу, что это вообще впервые такое наше... Власть, наш мэр, все вместе там сделал город такой подарок нам, футболистам, потому что, по-моему, на моей памяти не было открытия новых футбольных полей с травяным покрытием, то есть ну, их действительно не было, полноразмерных, стандартных размеров, то есть это такой шаг вперед, я думаю, в первую очередь для детского футбола они смогут принимать на хорошем поле, ФК Николаев сможет нормально тренироваться, то есть... Для професіонального і дитячого футболу, в першу чергу, це буде дуже важливо. Як щодо, до речі, дитячого футболу, наскільки взагалі розвинуто? Чи багато в нас команд таких? Чи в основному лише от по районам? Смотрите, у нас 11 сільських ДЮСШ в області, 19 как бы, принадлежать освіті, Міністерству освіти, комітету, вот это обласні. И 5 ДЮСШ в городе. То есть, в принципе... И при кожній є футбольна команда. 35, да, это там, где есть отделение футбол. Это 35 ДЮСШ. Это достаточно много. Вот. Но, конечно, есть проблемы. И, в первую очередь, они связаны с инфраструктурой, со стадионами, с площадками. Сейчас программа президента Федерации футбола Украины Андрея Васильевича Павелка работает. Есть программа децентрализации, которая тоже это совместная программа, то есть часть расходов берет на себя. У нас в этом году построено 13 площадок с искусственным покрытием. И тут вчера я буквально разговаривал с Казанкой, и вот тут стоит руководитель футбольной команды Дорошенко Владимир Григорьевич, и радуется, как дети не хотят уходить с поля, темно уже, темнеет, а они говорят, бегают, кричат, я слышу там шум, говорит, прекрасно вообще. То есть эти площадки уже дают результат, количество детей, занимающихся спортом, увеличивается, поэтому это такая наша радость. И программа, я знаю, будет продолжаться и на следующий год, запланировано более 10 площадок в Николаевской области.
Поэтому мы с воодушевлением. Когда будет инфраструктура, то и больше детей будет приходить заниматься нашим любимым видом спорта. Можливо, така маленька, коротенька порада для батьків, які вагаються, куди віддати свою дитину, на яку спортивну секцію, чим займатися, от чому саме футбол? Ну, смотрите, во-первых, мы очень толерантно и хорошо относимся к другим видам спорта. Как правило, футболисты умеют играть во все. Там, одне іншому не заважає. Да, так? Абсолютно. То есть, ну, скажем так, футбол самый популярный вид спорта. И он такой разносторонне развивающий вид спорта в первую очередь. Потому что там и ноги, и руки, и голова. Думать надо, то есть и тактика, то есть это такой футбол, такой очень всеобъемлющий. То есть футболисты могут играть во многие виды спорта. Поэтому, ну, так вот сложилось. Вот самый развитый такой спорт, который развивает общее разностороннее. И плюс это интересно, потому что для футбола практически, ну, можно 2 на 2 поставить, как мы в детстве играли камни, играть в футбол там буквально на пляже, там, не знаю, на улице сбирать все детей. Да. Поэтому он очень демократичный и удобный вид спорта. В принципе, нужен мяч и люди, и все. Так, а уже все хочешь там в рота можно сделать. Ще такий нюанс. Взагалі, чим можна зараз пишатися? Які, може, здобутки в нашій команді є? Ну, скажем, на Україні або в області. Тому що, якщо говорити про... Смотрите, ми традиційно проводимо чемпіонат Миколаївської області. Угу. Вот, в більше котором... все-таки Миколаївський хочеться дізнатися. А город Миколаїв? Місто, область. Ну, я же говорю, вот чемпионат Николаевской области, она сейчас Первомайск, сейчас лидер Николаевского футбола, вот, это команда, которая самая сильная, еще недавно в Радиевка была областного, значит, тоже команда представляла нашу область среди аматоров в Украине, эти две команды последние годы были самые сильные. У нас, в принципе, сейчас выстраивается система от США до команды мастеров, очень много молодых футболистов создана команда ФК Николаев 2, вот, и клуб, то есть нашу молодежь, им там играют именно наши воспитанники Николаевского футбола, поэтому они получают опыт во второй лиге. Это такое у нас событие, вот уже вот это открытие поля, это все структура центрального стадиона, где мы хотим, чтобы наш клуб прославлял наш город еще больше, да, скажем, вот это такое важное событие. Также у нас играло, это тоже хорошо, во всеукраинских чемпионатах 4 ДЮСШ, сейчас заявились, играют, это все городские, в основном ДЮСШ города Николаева. Вот. Ну, сейчас, конечно, есть небольшие проблемы с торпедой, потому что передача имущественного комплекса, и сейчас у них, конечно, немного такое, они на перепутье, когда они будут переданы в город, мы надеемся, что школа сохранится, вот такая, скажем, у нас есть переживание, чтобы школа стабильно сделала этот переход. Я знаю, що наші футболісти часто кудись їздять, часто подорожують, скажімо так. Ну, я ж говорю, от дитячі школи... І в інші міста. Да, 4. Ну, от смотрите, от, наприклад, Торпеда грає в вищій лігі, вона їздить, у неї зона Харків, Суми, Дніпропетровськ, Запорожжя, от вони роблять всі виїзди в ці всі міста. Якщо не секрет, це за фінансування батьків чи все ж таки допомагає? Ні, раніше було основною 90 там... 9% было финансирование завода. Но сейчас вы же слышали, что передается комплекс в городскую собственность, и сейчас идет процесс передачи. Дальше будет город финансировать. Остальные ДЮСШ у нас финансируют 3 города и 1 область в Николаеве. Зрозуміло. Бюджет. І у нас обмежений час ефіру. Все ж таки хочеться ще більше трохи проанонсувати ті заходи, які будуть відбуватися саме до святкування 110-ї річниці футболу в Миколаєві. Да. Куди завітати? О котрій годині? Все буде, в принципі, основні мероприятия будуть на центральному. Дівчатки будуть грати в парку Победи з 20 по 23 чемпіонату України. Діти у нас починають в 10 утра на центральному стадіоні на іскусственному полі большому. В 12 часов открытие нового поля, потом дети переходят конкурсы туда же, на это новое поле, когда его откроют. После этого у нас матч легенд Николаевского футбола против сборной области в час дня. Вот это основные мероприятия, где наш праздник будет, где мы ждем руководства нашего города и области, что они пришли, поздравили нас, футболистов и любителей футбола. Собственно, с тем, что они сделали нам подарок такой поле, для того, чтобы могли футболисты еще лучше развиваться. Дякую вам, що ви сюди до нас перейшли, розповіли багато цікавої інформації, поділилися взагалі тими заходами, які будуть. Я думаю, що це буде маленьке свято для всіх, хто полюбляє футбол. І, мабуть, було б дуже корисно, якби батьки взяли своїх дітей і також разом із ними спробували привезти, показати, що воно таке.